Привет, Пермь! Мы продолжаем наше австралийское путешествие по пустыне. Сейчас мы находимся между двух голов на памятнике природы, которое местные называют Катаджута. Всего сейчас насчитывается 36 таких вот шишек над пустыней. Надо сказать, что мы сейчас здесь одни, но на самом деле здесь очень много туристов, и наконец июня, середина зимы, как раз самый туристический период. Если мы повернем камеру, то мы увидим еще две головы. И даже одно лицо. Тут мир огромный.